Конечно, немножко, почему? Да, такой шанс. Конечно, сыграть еще раз с Федерером, когда представится. С таким. Здорово. Ради чего все эти люди пришли, да? Да, конечно, и ради этого тоже. Господи. Нет, ну тут... Ой-ой-ой, в туловище. Пор нужно тогда сделать... Конкурс, кто лучше станцует. Джокович уже станцевал. Слово за Роджером. Попал? Я не цитирую, но близко к тексту. Что вынудило меня прибавить в этом техническом. Очень замечательно. Смотрите, какой легкостью передвигается по площадке Федерер. Вот, ай-яй-яй-яй. Нет, не дать. Иду. Для того, чтобы получить еще и практику дополнительную. А где же Сбойкин до Полини? Нет, нет. Дотянулся. А Роджер попал. Да. А Дарси... Здорово. 91,90. Это процент... реализации первой и второй подачи. Сумасшедший. Ой-ой-ой-ой-ой. Ситуациях играть по отскочившему мячу не с полулета подставкой, а играть его. Так что я не исключаю, что если бы... Ой, как же. Класс. А свеча под заднюю линию. И вот в прямом и переносном смысле. Большое качество, очень высокое линию. Закончился. Спасибо Софье Тартакову и Борису Боровскому. Вместе с вами с этой минуты Николай Саприн. Доброй ночи. Большинство из них выбирают путь игры от обороны. Ваут не очень удачно пытается. У нас, конечно же, по обыкновению еще довольно много матчей продолжается в это время. Ну, естественно, о всех поговорим чуть позже.
выступал на кортах Flash of Meadows. Вот 70-й, когда несколько раз, помните, и когда в основном в челленджерах, фьючерсах участвовал, набирая там очки. И когда неплохо выступал уже в турнирах ATP. Тратить на...